Да, надо быть тут, чтобы жить. Это нужно заранее действовать. Вот ты, Керст, идите к нему. Не, ну просто если люди хотят победить, то причины кто вот. Там? Он сахар где-то. Он где-то издалека, я не слышал выстрела. Просто когда ты заряжаешь на танке на точку какую-нибудь. Ну, а, блин, с этой должна флага. Взаимодействие с танками вместе. Открой это, подойди ты. Так, стоит учитывать, что карта отзеркалена относительно реальной местности. Ну да. Я только по старым фоткам, которые тоже отзеркалены. Ну, которые в статье есть, я только их возьму. Ну да, да. Керст, сядь. Не, если к ним подойди и сядь. Там еще танк. А, давай. Готово, так, теперь подождите. Назад. Не помню, куда тут надо. Ой. Извиняюсь, я не видел. Погодите, погодите, погодите. Вот сюда, вот где вот эти вот. Вот что будет сюда вот. А я задницы сдаю, я не вижу. У меня нет зеркал. Радио, разверни там. Идите ближе, не, пехота вот сюда, пехота, дорога. Радио, давай поменяемся, я возьму панцирь, я... Пожалуйста. На трём, иди на дорогу. Да я запрыгну на панцирь, я иду на пехоту. Да у нас просто команда слабее. Я вчера... Смотри, с одной точки в другую, с одной в другую. Как бы берем точки. Не в этом проблема, вот. Не в этом проблема, у нас просто слабее команда. Мы слабее банально в атаке. Не знаю, мы вроде бы берем точки. Вот сюда, идите. Нормально. Ну, мы берем, и они сразу контратакуют и отбирают эти флаги обратно. Прыгайте, у меня три места есть. Что это? В защите. Ну, они реагируют быстрее. Вперед. Вот тут уронируем. Если у нас атака, у нас задержка несколько минут, прежде чем наш мертвый спавнится. У них, если на атака на какие-то тыловые флаги, там сразу появляются испанцы. Чуть ко мне. У них очень быстро появляются на задних флангах, да. Так, сейчас, да, я запрыгну. Они очень быстро реагируют. Да вы же так же можете. Ну, видишь, не можем. Так, теперь в церкви, прям внутрь. Не, подождите. У церкви идти. Так, ну, на дорогу у церкви чуть-чуть назад еще, Егор. Не внутрь. А тут внутрь чуть попозже. На сколько надо? Ну тот и развернись тут. Давайте чуть поближе вот сюда вот. Может, у креста? Вот, подожди, кизи. Ай. Ну дай мне запрыгнуть.
Давай радио. Теперь что? Водонапорная башня. Идите, идите, идите вот, вот прям ко входу, вот сюда, вот, к тому входу. Сейчас сдвину. А нет, знаете как? Вот даже вот сюда, вот, вот сюда, вот сюда, вот. Прям ко мне. Дайте сюда, там. На танк, как на танк запрыгнуть лучше всего? Спереди. Ну, выйди я. А, да, она не едет, кстати. Сломались. У меня был такой же, по-моему. Да, у него кардан. Идите туда, где Керст. Так, а чё танк-то ставим? Слезьте с танка. Не-не-не, не трогайте танк, не трогайте. Уйди, уйди с танка, уйдите. Вот дики, туда идите вперед. Все, подождите, нет, надо чуть-чуть отъехать. Надо как-то, знаете, немного разгрестись в сторону, потому что ники сливаются. Все-все, вот так, да. Примерно так, да. Да сейчас такое радио найдет место. Все, да. Опять какой митус висит наверху, давайте теперь в церковь. Вам надо вон, вон туда, вон, в... Почти в конец. Не-не-не, даже не в конец, а вот ближе ко мне. Ну да. О, готово. Чё там? А... Было, там-то не видно. Нормально. Сейчас, секунду. Тут какая-то еще ратуша есть еще. Там есть напорный метод. Это дальше, и туда справа. Нужен как, какой-то... А, вот это нам, вот это. Прямо у входа. Так, танк-то вести, нет? Не надо. У входа... Не, тоже, но в сторону не надо. Давайте здесь у бабы. Ну, подожди, сперва сюда, сперва сюда. Это я по... Годом, это по фоткам. Сперва по фоткам, потом сам. Это последняя фотка. Ну. И сядь, Годл, сядь. Годл, сядь. Там только кого-то еще не... Херкерс тоже сядь. Все, теперь что там? Фотки вот это, да? Готово. Давайте к этим вот. Вот, кстати, следующая карта. Нет, это будет через одну. А разве как? Ты жид код? Цвит код? Эй, они взорвали. Жид код. Идите сюда, вот, к роверу.
А, да, там еще седан же там. А, вот, да, да, седан, это как раз будет. Мы играли уже, да. Много раз. Раза два или три. Зоопарк там где-то есть. Он где-то. Вон там. Не знаю, как тут, чтобы она в кадр попала полностью. Да зад отойди еще. В столбу примерно. Ники будут тогда не читаться. Технику, ну ладно. Не, давайте лучше одну отсюда. Давайте ко входу. Не, вам придется еще немного разойтись, потому что ник плохо видно. Куда он ляж? А, тихо, тихо, не двигаться. Вроде нормально. Вроде нормально, говорят, что там еще. Да, подожди. Край, ну вот этой стороны города надо еще. О, вот эта надпись, вот эта надпись. Вот под эту надпись вставать, вот это. Секунду. Ну, да, а, там чё? Пойдемте на дорогу вниз. И если тут все, то на дороге есть. У тебя идея? Нет, я имею в виду, если тут больше никто не хочет, там что-то там еще. И потом на балконе в церкви, например. Это... А, там в церкви испанцев? Вот это был разрушенный дорожный знак. Не помню, где именно, помню, левее. О, я придумал, почему. Надо еще... Здесь у вас есть патроны? Не, скажи, нам не нужно, мы уже создали. Будем просить ради делать фотку? Да, не, скажи, уже не надо.
Блин, это целый знак. А где был разрушенный? А, по-моему, он был ближе к базе. Встаньте возле него. На меня смотрите по-быстрому. Готово. Пошлите в сторону их базы, там был где-то разрушенный. Да, типа мы по нему, короче, стреляем, и он его так разрушит. Если она не в красной зоне. Может, он был наоборот правее, я вот не помню. Главное, чтобы он... Может, наоборот, в D5 каком-нибудь он был, я не помню. А, слушайте, а так можно ускоряться. Вы заметили, да, вот это вот? Как? Когда мы друг друга толкаем. Не сильно. О, видали? Как они обогнали. Вот он, да, вот он. Кросс-нация. Короче, вы давайте рядом стоите вот тут, и типа вы все, и стреляйте по нему, я сделаю фаншот. Подождите. Готов, отойди, готов. Нет, не нужно взрывчатку, нужно ружье. Готов, назад отойди. Подождите. Давайте все ножами теперь. Ножами. Ну, сейчас нас мотоциклом давить будет. Что у них тут? Гонки, что ли? А, блядь, прям пиздец. Годов предатель. Ты там этот Моторола, блядь, ехал. Да всё, наверное. Я прям на неё. Ладно, тогда давайте до следующей недели. Давай. Давай. Нет, я не знаю, ну покажи.